Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 8 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 30. Нас просят представить частное в виде дроби и сократить полученную дробь. Итак, что мы будем делать? Мы с вами будем действие деления заменять чертой дроби, делимое записывать в числитель, а делитель в знаменатель. И тогда под номером 1 6а разделить на 18а в пятой степени. Черта дроби заменит действие деления. В числитель записываем 6а, а в знаменатель 18а в пятой степени. И тогда сократить можем дробь на 6. В числителе 6 делим на 6 – 1. В знаменателе 18 делим на 6 – это 3. Для степеней с основанием а степень мы записываем в той части дроби, где больше показатель. И ничего не зачеркиваем. Поскольку у нас показатель 5 в знаменателе, то у нас степень будет в знаменателе. Тогда в числителе останется только 1, а в знаменателе 3а. А чтобы получить показатель при делении, показатели вычитаются. От 5 вычитаем 1. У а вы не видите 1. Если вам сложно запомнить, что это показатель 1, если он не пишется, то поставьте его. И тогда 5 минус 1 – это 4. Получили дробь единица, деленная на 3а в четвертой степени. Под номером 2 аналогично деление заменяем чертой дроби. Делимое записываем в числителе 16b в седьмой степени, а в знаменателе делитель 48b в четвертой степени. Сокращаем дробь на 16. В числителе 16 делим на 16 – это 1. В знаменателе 48 делим на 16 – это 3. Потому что 10 умножить на 3 – это 30. 6 умножить на 3 – 18. 30 плюс 18 – 48. Итак, в числителе у нас будет 1, пока не пишем этот множитель, а в знаменателе 3. Теперь смотрим на степени с основанием b. В числителе показатель у степени больше, значит, результат будет записан в числителе. Записываем основание b, а показатели вычитаем. При делении степени с одинаковым основанием показатели мы вычитаем. 7 минус 4 – это 3. Получили b в кубе, деленное на 3. Аналогично под номером 3. Деление заменяем чертой дроби. В числителе переписываем делимое. 35а в восьмой степени, b в шестой степени. А в знаменателе делитель минус 49, а в шестой степени, b в восьмой степени. Поскольку у нас в числителе положительное число 35, а в знаменателе минус 49, то мы минус вынесем перед дробью, потому что результат будет отрицательный. Сокращаем дробь. В числителе и знаменателе у нас множители 35 и 49. Оба множителя делятся на 7. 35 делим на 7 – 5. 49 делим на 7 – это 7. Получаем в числителе 5, в знаменателе 7. Теперь смотрим на степени с основанием а. В числителе показатель больше, поэтому записываем степень с основанием а в числитель. Показатели вычитаем. От 8 вычитаем 6, это будет 2. Смотрим на степени с основанием b. Больше показатель в знаменателе, поэтому b будет в знаменателе. Основание переписали, показатели вычитаем. От 8 вычитаем 6, это 2. Получили минус 5а в квадрате, деленное на 7b в квадрате. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.